И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас необычный видеоролик, это, можно так сказать, даже подводка к видеоролику, который был записан вчера, момент со стрима, в котором мы скатали нетрадиционную, наверное, для стримов вообще катку, довольно долгую, интересную, замечательную грабу, которую я решил для себя как-то отметить, вырезать момент со стрима 10-минутной именно концовочки данной замечательной катки. Получилась она довольно-таки интересная, как по мне, но это было уже, конечно, вчера довольно-таки поздно. Согласился на такую довольно-таки интересную авантюрку, и с Тёмочкой мы залетели и вытянули довольно жесткий, интересный бой. Я хотел бы все это дело, конечно же, запечатлить. Вы сейчас посмотрите данное противостояние, последние 10 минут данного интересного боя. Если вам подобного рода видеоролики будут заходить, будет нравиться, то поддержите его лайком, подпишитесь на канал, если еще вдруг не подписаны, либо там смотрите впервые, нажимайте на колокольчик, ну и пишите свое мнение в комментариях под данный видос, что вы вообще думаете. Если такое заходит, то я буду стараться пытаться записывать подобные какие-то каточки, искать, грабить и создавать подобного рода интересный, замечательный контент. Если вам это, конечно, все дело зайдет и понравится. Поэтому, если на данном видосе набирается, ну, давайте 200 лайков, то я для себя понимаю, что это вам заходит. Поэтому желаю вам приятного просмотра, больше балаболить не буду. Смотри. Лигзин. Я беру. Ты дебил. Сука, сэ. Ладно, наш дебил пока держит. Начинал. Идеально. Вообще пиздец этот. У него время. ГГ. Тупо GG. Тогда надо было жигу сразу брать. Нафиг я на этом пульке купил. Сквозной это все равно больше урона, чем по одному и стрелять по 50%. Хейт. Жига, Фрис, Рик. Охуенно. Заебись, танки, заебись. А ты, конечно, это не оделась. О боже, это норма. Классная точка А. Охуенно. Игра. Че, классным написано. Че за хуйня? Ой, ну бло. Ай. Ладно, пофиг. Да. Надо было с другой стороны заезжать. Сейчас шляпа пойдет. Теперь мне, сука, меня отрез надо. Соску взял. Ну вот, сик. Офигеть, они уже скрутили это.
ЖГ 0, без баллона. Вик тоже. Пит. ЖГ фрис рик, да? Да. Так, Гиана стоит, пусть пули взяли. Нашел от пули крест. Пули, когда кашаны. Главное, чтобы Рик быстро не переоделся. Если Рик быстро меняется, то все блин, будет очень поп. Ну подъедьте на точку, сука, вообще вот это порыло. Пусть стоит, стой, не стабило, пусть стоит. Фу, слава богу, он не переодевается. У тебя уже осталось секунд. То есть. Блять, ну почему такая овощара, сука, за нас играет? Нет, просто сгорает. Просто же. Кому я, сука, помогать дошел? Без исключения? Нет, вообще без устройств. Ну сука, чему ебаная, блядь? Ебаный ты пидора. И отъехал. Еще 50 сек еще. Соску хоть. Не было, я не додувать. Отсек. У них встал. Давай, сдувай. Чё, блин? Нормально, пошли. ЖГ 0 оставил стоять. Везде 0. Фриз. Быстро фриза. Че хуй ладить, ебаный. Давай, додувай. Хорош. Меняй. Лес. Жигу пытаюсь быстро не добить. Соску сначала. Давай, надо заканчивать на этой. Все, под него иду. Хорош. Я ушел с ним. Сука. Где ты? Кто-то плохо сыграл.
Сзади два респа. Оставь эту сушку, типа на коце ее и оставь. Фризадуй, фризадуй, фризадуй. Фух, да. Сосать. Фриза. Соска на нулях. Фриза, фриза, Артём, фриза. Можно бы вообще не терять. Три на нулях. Фриза, пизди, джип. Еду хуй, сука. Все, должна быть выиграна. Фриза. Точка. И че хуй закончим на этом, тебе сука фон дадут. Фриза, Тём, Жигу не трогай, не добивай ее, она нафиг тебе не нужна. Нет, честно. Петь, чтобы он тебя не лечил. Чтобы он меня лечил. Потеть. Петь. Да у меня фул хп. Пули взял. Рик 0. Все, давай дотягиваем. Отхват. Надет. Ну, да с джипа так бей. Да додержим. Успокойся. Фух, слава тебе, господи. О, боже ты. Фух, сука, со студии по***ли заебать, я тебя нахуй ебаться. Фух. Блять, еще 28 тысяч. Ай, это ужас. Чтоб я еще раз зашел на такую шляпу усатую. Хотя, цикан, нужны мне были эти кристаллы дешевые. Я в шоке. На 40 тысяч. Боже. Чё ты написал? Чё вы делаете?